дорогие друзья, сегодня мы обсуждаем очень необычный курс. С одной стороны, он безумно эффективен, а с другой стороны, он безумно опасен. Давайте с вами побудем немножко безумцами и обсудим этот безумный курс. Итак, дорогие друзья, курс тринабалон, нандролон. Естественно, чаще всего все это дело приправляется, каким-нибудь, надеюсь, тестостерон-цепионатом, потому что, повторюсь, я его больше всего люблю, потому что наиболее предсказуем. Значит, что с ним делать? Лучше его, конечно же, не делать. И все будет хорошо. Почему его лучше не делать? Вы схватите все, что можно схватить. Начиная от, соответственно, банальной потери волос, она же алопеция, заканчивая, соответственно, какой-нибудь пресловутой гиперкоагуляцией, о которой я не устану говорить. Но помимо этого вы словите еще огромное количество дефицитов. Потому что, конечно же, на таком курсе нужно не то, что есть как не в себя, нужно и употреблять различные витамины и микроэлементы как не в себя. Но с другой стороны, как не в себя, нужно сдавать анализы и измерять необходимость употребления различных микроэлементов. Потому что то же железо, тот же йод, тот же селен, если вы переедите, будет не менее плохо, чем вы его не доедите. А так как баланс всех веществ в организме у каждого человека разный, не может быть универсального совета, как закрывать дефициты тому или другому индивиду. Дорогие друзья, это все индивидуально. Значит, поэтому, какие минусы этого курса? Очень дорогой объемный скрининг, который будет продолжаться, если по-хорошему делать, на протяжении всего курса, каждый месяц вы будете сдавать очень много анализов. Далее, большая степень выраженности побочных эффектов. Даже если вы все по 200 проставите, по 250, как угодно, плюс-минус. Естественно. Из плюсов, для чего это делать? Это делать только людям, кто весит больше 100 килограммов или 100 килограммов, кто является мастером спорта и выше, или на уровне мастера спорта, в бодибилдинге, не так просто его получить. Не все федерации выдают, там как-то все сложно, честно говоря, если вообще знаете, как сейчас схема получения мастера спорта по бодибилдингу, напишите мне в комментариях, потому что раньше, насколько я помню, только в FBB его можно было получить. И мы все перлись в это FBB, а там миллионы тысяч правил, не те трусы надел, тебя дисквалифицировали. Поэтому, дорогие друзья, трусы не того цвета, извиняюсь, случай из личной практики. Возвращаясь к нашему сумасшедшему курсу. Если вы профессиональный бодибилдер, да, это будет оправдано. Даже если вы еще туда какую-то оралку воткнете в небольшом количестве, будет оправдано. Но если вы не преследуйте суперпрофессиональные цели по бодибилдингу, не нужен вам этот курс, поверьте. Не нужен. То есть, если вы не хотите экстремальный набор мышечной массы, если у вас вы не видите себя таким, как голем, например, вы даже не хотите попробовать стать таким, как голем, и так далее. То есть, и какие-то такие вещи. Хотя, я не буду говорить за голема, какие у него там курсы, дозировки и так далее, потому что, как всегда, естественно, все там
рассказывают, что они только понюхали, и их так разнесло. Но тем не менее, вот чтобы нечто подобное, на мой взгляд, мышечную массу получить, нужны только такие курсы и высокие дозировки и так далее. Вот, если у вас нет такого желания, то успокойтесь, даже возьмите отдельно, попробуйте тренобалон в каких-то небольших количествах, если уж вы, ну там, стремитесь выйти на какой-то российский, условно, уровень, там, по пауэрлифтингу, там, стать мастером спорта, к примеру, ну ладно, это еще оправдано, без доп-контроля, вот. Без доп-контроля, и, допустим, вот вы очень-очень быстро хотите стать мастером спорта. Окей, в троеборье, ну, повторюсь, потому что, допустим, если это какой-нибудь там пауэр спорт, там, может, и тренобалон вообще не понадобится, там, подъем на бицепс какой-нибудь. Вот, соответственно, надролон возьмите, попробуйте, там, опять же, ну, вместе с тестостероном эти классические связки. Но вот эта вот связка тринобалон, нандролон, тестостерон, она вам, поверьте, не нужна вовсе. Если у вас нет колоссальных амбиций, если у вас нет мечты стать большим бодибилдером и так далее. Так что вот, дорогие друзья, сегодня мы разобрали курс. Вот. Ну и опять же, кому понравился именно формат разбора курса, пишите мне в комментариях. И еще раз повторюсь, что да, некоторых профессиональных спортсменов я просто вижу, что им, чтобы перейти вот эту планку из того, что он, да, там условно на уровне сейчас находится там области какой-то, вот чтобы ему просто перевалить за эту планку, выйти на Россию, выйти уже на уровень поближе к миру, да, ему такой курс подойдет. И я знаю тебя, что ты меня сейчас смотришь, мы с тобой про это говорили. И есть один такой человек, которому я это советовал, который меня так изредка смотрит, чаще мы с ним в реале общаемся. Это очень избранные люди, это очень талантливые и избранные спортсмены, кому я могу сказать, да, я даже готов промониторить тебя на этом курсе, потому что это будет нечто. Но это и так люди уже сами по себе нечто с уникальной генетикой, с уникальными результатами, уникальными пропорциями. И, ну, что греха таить, когда человек стоит в шаге от того, чтобы быть, ну, прям вау, да, и, может быть, это принесет ему контракты, деньги в будущем, какую-то славу, если он будет медийно развиваться. Конечно, не такой курс оправдан, еще тяжелее курсы оправданы, потому что это принесет деньги, это принесет монетизацию, это принесет еще большую известность и, как результат, да, возможность и пролечиться потом после этих курсов и так далее. Но если мы говорим про обычный, даже какой-нибудь там классический бодибилдинг, ребят, это никому не надо. В классике вы можете на лайте просто выступать, или там просто там даже до мастера спорта, если это просто там призер какой-нибудь области, мастер спорта по пауэрлифтингу, вам этот курс не нужен. Можно гораздо легче достичь этих результатов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И да пребудет с вами здоровье!